чем думаешь, брат? Я думаю. Я хочу, чтобы все было как раньше. Да. А я бы хотел вновь залезть на дерево. Кое-чего уже не вернуть. Атрей в последнее время слишком беспокоен. Я тревожусь за него. Я знаю, брат. Но чрезмерная опека его не убережет. Парень хочет учиться на собственных ошибках. И как ни горько, но Тюр одна из них. Никогда не видел настолько сломленных, как он. Его боль свежа. Не требуй многого. Да, возможно. Жаль, Фрей еще хочет твоей смерти. Нам бы ее в союзники. Этому не бывать. Да, я уже понял. Что, не спится? А! Не смей так ко мне подкрадываться. У меня есть дела в Мидгарде. Без меня? Я думал, мы напарники. Ну да, но... Вдруг ты бы не пошел со мной. Хочу навестить подругу. О, ясно. Хотя, возможно, не стоит этого делать, учитывая, что она хочет тебя убить. Она не станет. Слушай, это здорово, что ты видишь в людях лучшее. Я одобряю. И будет чудесно, если ты продолжишь так делать, при условии, что тебя не убьют. Это риск, но она нужна. Уверен.